Привет, друзья! Сегодня сделаем классную самоделку своими руками. Работать будем с обычной фанерой. Толщина ее 15 мм. Это остатки, и сегодня у нас отходы в доходы. Для начала делаем разметку. Длина двух заготовок будет 12 см, а ширина каждая по 6. Для точности реза буду использовать торцовочную пилу. Тут важны углы в 90 градусов. Две заготовки лежат на столе, и теперь у каждой находим центр и делаем разметку. Сделав разметку, одну часть зажимаю в тиски и пытаюсь напильником выбрать паз. Глубина около 2 мм. Тут надо делать не спеша и важна точность, поэтому пробовал и второй раз, а потом все-таки с третьего раза попал в десятку. Во второй заготовке сверлю отверстие на 9 мм и загоняю мебельную гайку под болт М8. Также для приспособления буду использовать пластиковый барашек. Достал из старого стула от компа. В него буду вклеивать болтик М8. Самоделка мне нужна здесь и сейчас, поэтому никакого столярного клея, а только суперклей. Быстро и по делу. Ну вот и все, самоделка почти готова. Получается у нас рейсмус своими руками. Вообще хотел купить в магазе, но у себя в городе не нашел, поэтому решил сделать сам. И с таким устройством легко размечать заготовки или те же точки сверления. И они будут одинаковые с каждой стороны. Но мы пойдем дальше и сделаем мобильней эту приспособу. Достаточно просто с одного края зарезать угол под 45 градусов. И теперь можно смело чертить ровные линии под разными углами. Так что сделайте и себе это приспособление, тут все очень просто. И тем более я старался показать и рассказать кратко, быстро и по делу. Оцените видео лайком и напишите свои мысли в комментах. Как вам вообще такая идея? Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, скоро увидимся. Всем пока-пока!